Всем привет, YouTube, привет. Вот зеркала надо освежить. Там где-то побилось, где-то поскололось. Ну, вопрос не в этом, по какой причине. Вот, по-хорошему, конечно, зеркало разбирать надо. На запчасти красить все отдельно и так далее и тому подобное. Но, как бы не хотелось. Не всегда это разбирается и собирается аккуратно. Тем более, машинки когда не новые. Значит, как я делаю? Вот. Опять же, вот там есть защелки внутри. Попытался я их там немножко пошевелить. И такое ощущение, что сейчас я их могу поломать. Вот поэтому, что я делаю? Я вот так оклеиваю. С заходиком где-то вот, видите, там где 5, где 7, где 10 миллиметров. Вот это вот подокурачиваю, чтобы не торчало. Вот, матую, убираю вот такие резинки, допустим, они легко снимаются. Вот. Замеряю вот такие дырочки, сверлю, делаю во что-нибудь, ставлю. И грунтую, крашу и делаю все от начала до конца, потом снимаю. Вот, обуваю, одеваю все резинки и вперед. Вот. Сейчас я это, как говорится, покажу, эту подготовку и покраску. Вот кому-то может это поможет, кому-то может это пригодится, чтоб не мучать. Вот так вот выдвигая, стараемся, чтоб не было никаких ни хвостов, ни заусенцев. Вот, стараемся аккуратненько оклеить. Вот, зеркальце у нас выдвигается туда, куда нам надо. Вот так или так. Вот, под любым углом. Вот, потом берем это все, вышкуриваем, если надо, шпаклюем и так далее. Не забываем о том, что мы красим пластик. И в итоге, перед тем, как что-то делать, особенно красить, надо наносить грунт по пластику, который улучшает адгезию. Вот, именно по пластику. Вот, не надо экономить, поскольку эта деталь как бы не та, на которой можно экономить. Можно там проэкономить где-то внутри, что не видно. Или закрыто какой-то обивкой, попоной, и никто там, как говорится, не увидит. Тут еще можно поэкономить, ну, бывают обстоятельства у людей. А эта деталь вся всегда на виду, и тут надо делать очень хорошо. Вот. Как говорится, делайте хорошо, плохо само. Продолжаем наше кино. Вот он наш столик. Вот такую примитивную сделали штуку, чтобы ставить. И сейчас вот так вот ставим, прикручиваем и красим. Вот. И все у нас попадает, и все у нас совпадает. Это очень хорошо. Вот такой вот момент. Значит, болтушочки вот эти, которыми родные, крепить мы не будем, они не подходят. Что-нибудь надо поискать в гараже. Вот их тут три штучки. Сейчас закрепим. Вот. И все будет в ажуре. И можно уже как бы заниматься. Зеркало будет закреплено. Что же, вот мы прикрепили зеркала. Понятно, что достаточно надежно держатся они, как на машине. И теперь с ними можно легко работать. Шкурить там и прочее. Вот. Все это на столик. Если надо там на просушку, на покраску, надо, взял, отнес. Вот. Так что вот так я думаю правильно делать. Кто-то, может, по-другому делает. Есть ребята, я видел, часто в руках красят, на проволочках подвешивают. Ну, это тоже как бы частное мнение человека. Оно имеет право на жизнь. Я считаю, вот так правильно и так делаю. И как бы вот он, грунт для пластика. Как говорится, не гоняйся, поп, за дешевизной. Праймер. Ну и что он сделал? А он вот что сделал. Легким тонким слоем. И он мне взял оконтуривание, сделал. Вот собака, а.
Вот тебе и грунт. Главное, не разбавлял ничем. Как в том фильме, ничего не делал, только вошел. И что теперь? А теперь задница. Это, опять же, это ж на видном месте. Ой-ой-ой, а другого не было. Вот ты что хочешь, что и делать. Вот. В жизни никогда не пользовался нашим рефлексом ничем. Вот, и вот, пожалуйста, один раз. И тут же вляпался. Что делать? Взял он мерку вот такую вот. 420 или там 400 какая-то. И вот перешокал. Не знаю, теперь я боюсь с этим грунтом работать. Я его лучше выкину, блин. Вот. Лучше грунтом вот таким вот, баллончиком. Есть у меня хороший грунт, вот там немчики делают. Чамелеон. Миллион. Сейчас попробуем. А что делать? Лучше я продолжаем наше кино. Вот он грунт. Хамелеон. Прекрасно перекрыл. Никто нигде не залупился. Единственное, я вот здесь вижу, я кое-где не дошлифовал. Я сейчас еще слоечек кидану. Надеюсь, будет все нормально. Вот тебе, пожалуйста, наши грунты, блядь. Никогда я ими не работал. И работать больше не буду. Вот он, младший научный сотрудник. Сынуля мой сидит старший. С умным видом. Старший научный сотрудник. Очень научно сидит, вымешивает базу. Это у нас база для покраски этих зеркал. Вот. Мы ее бодяжим потихоньку. Ну, пожалуйста. Теперь уже и здесь. Вот что ей надо, блин? Оконтуривается и все. Я вот просто в шокере. Хорошо, что я и лак не развел. Обычно такие покраски занимают немного времени. А тут приходится, извиняюсь, гребля с плясками. Вот здесь ничего никто, а там вот, пожалуйста. Короче, вот так я расшлифовал уже до 600-ки. И буду потихоньку наваливать базой и сушить. Вот. А по-другому я не вижу варианта. Такие уже фокусы делал, бывает на машинах иногда. Задирается это все. У меня нечем сейчас, просто нечем. А сделать надо. Поэтому вот настоящие индейцы всегда идут. Ну что же, как говорят, опыт не пропьешь. Вот так, как я сделал, так получилось и правильно. Зашкурил, зачистил. И как видно, оконтуривание здесь не катит. Я потихоньку тонкими слоями накрываю базой. Слава богу, тут межслойная выдержка. Особо не требуется, потому что на улице, наверное, градусов 35 парит. Дай бог. Вот, я думаю, что никаких проблем не будет. Ну, я уверен в этом. Слава богу, все нормально. Вот, поэтому потихоньку перекрываем и дальше. Еще 5-6 тонких слоев, и можно будет наводить. Вот примерно как у меня. Ну так же я метался, не знал, что делать. Вот, и тот грунт не подходит, и этот, и все плохо. В моем случае действительно. Вот, пожалуйста. По базе все это. С промежуточной сушкой. Вот русской. Все нормально, все хорошо. Ну, на этом зеркале никаких проблем не было. А на этом вот здесь вот было оконтуривание. Все хорошо. Теперь осталось лачком брызнуть. И будет все ништяк. Слава богу. Эпопея завершилась. Удачно. Да, давай. Вот тут сосед предлагает, говорит, пыль тебе погонять. Да, только осталась пыль. Блин, два зеркала покрасить, и то ума не хватает. Вот такая вот басня Крыладзе получилась.
Я думаю, все будет хорошо в итоге.